Андрей Никаноров 13 лет работает учителем физкультуры в школе номер 20. Любовь к детям определила его профессию. Все свободное время он посвящает семье и воспитанию сына и дочки, которым прививает любовь к спорту, активному отдыху и здоровому образу жизни. Сильно люблю детей. Соответственно, хочу, чтобы мои дети тоже были спортивные, здоровые. Вот. Сын занимается хоккеем, ходит в спортивную секцию. Дочь пока еще никуда не ходит, но думаю в дальнейшем, что она тоже у нас будет заниматься спортом. 8-летний сын старается быть похожим на папу. С энтузиазмом выполняет упражнения на свежем воздухе. Отец для Тимура и Анжелики – наставник и пример трудолюбия. По словам жены, с каждым годом она восхищается мужем все сильнее. Летом Андрей обычно работает в детском лагере, где проявляет себя еще и с творческой стороны. Большое счастье иметь такого человека рядом с собой, который всегда поможет, поддержит. И дети, конечно, на него, я думаю, будут равняться, особенно сын, так как он мальчик, видит своего папу, что папа у нас трудится, не покладая практически рук с утра до ночи, поет на гитаре. И на сцене любую песню споет, и станцует брейк-данс, и вальс, и танго, и все на свете. Потому что уже на протяжении 15 лет он работает вожатым. Каждое лето он ездит в загородные лагеря. Начинал с «Березки» и последние 12 лет проводит в лагере «Гайдар». Около 6 лет Никаноровы состоят в клубе «Семья» молодежного центра. Участвуют в конкурсах и флешмобах городского, регионального и всероссийского масштаба, где нередко становятся победителями и лауреатами. Родители часто организуют детям костюмированные праздники, выбираются на природу и стараются все делать вместе, чтобы каждый день Тимура и Анжелики проходил незабываемо. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».